Вениамин, включи радио. Трехлетний мальчик в районе границы Сирии и Израиля сказал, что он был убит топором в своей предыдущей жизни. Он показал, где убийца спрятал тело, и там действительно нашли человеческий скелет. Он также показал, где спрятано орудие убийства. В этом месте провели раскоп и обнаружили топор. Давай что-нибудь поправдивее. Наилучшие умы на Западе работали на то, чтобы наконец-то выкинуть Россию на свалку истории. Может, что другое? Посмотрите на дефицит бюджета, посмотрите на долг Соединенных Штатов. У нас такого нет, и, надеюсь, никогда не будет. Фу, слава Богу. Что правительство США, вводя санкции против России, не просчитало, какие ответные действия они могут вызвать. С точки зрения Синклера, нефтедоллар сейчас есть единственная настоящая ценность в мире, а Россия может его обрушить, просто потребовав за свою нефть не доллары, а рубли. Почему не потребует? В этом случае американская экономика рухнет. Что касается наших коллег в Штатах, у которых там все хорошо, мы с вами понимаем, что это не так. Господи, прости их, ибо они, американцы, я имею в виду, не ведают, что творят. Да, в России, видимо, с правдой напряженка. Выключай. Войска начнут пересекать Белоруссию. Доброе утро. Это никакая не реклама с сайта. Здравствуйте. Нахожусь на вашем уютном сайтике. Заинтересовала ставка с надписью Family. 15-91-87. Ага. Слушайте, а реально, чтобы именно сегодня доставку до вечера? Да, в городе нахожусь. Все, отлично. Давайте я вам тогда все эти данные сейчас скину. Хорошо. Ждите. День рождения у меня у подружки, но она уже такая дама семейная, но я думаю, это будет даже, можно сказать, полезная вещь. Сейчас отзвонились с этого сайта, сказали, что курьер выехал уже где-то возле моего района и в течение получаса будет. Ну то есть смотрите, сейчас пока светло, посмотрим по их меркам, полчаса это сколько. Тем временем прошло уже минут 40, даже 45. Никакого курьера и в помине нету. Ждем. Уже прошло 1:20. Нынче полчаса растет быстрее доллара. Ну, вот, подвезли. Ну, похоже, кстати. Обратите внимание, на улице уже потемнело. Ну, неплохой, я думаю, подарок. Ладно, все, собираемся. Если честно, думала, не дождусь уже. Собиралась домой уходить. Ну, как-то уйти тоже было не то, не все. Вроде, ну, человек позвонил, сказал то, что едет. И, ну, я бы перезвонила, конечно, узнала, что, ну, может, вообще уже и не ждать, но они звонят, вот эти, служба доставки, я, кстати, много раз сталкивалась с номеров, которые не определяются. Ну, то есть перезвонить, собственно, при всем желании нельзя. Полчаса у них длились,
скажу сколько. Полчаса по нынешним меркам это 2,5 часа. Ну, чуть меньше. Ну, конечно, подзадержали меня. Ладно. Все, собираюсь. Смотрю по этому, как пойдет. Там нет шкафа. О, тебе вообще что-то так? Да. Тут можно прятать кого-нибудь. Нифига себе. Знаешь, что мне казалось, что это днём? А ты знаешь, почему с одной стороны у меня желтая, хотя рассветка? Видишь, тут одинаковый окрас, а цвет желтый и белый. Мне кажется, разные. А так сердечки. Сердечки-то разные. Просто на это я сплю с детства и не моюсь, а тут новую постелила. Да, нет, где-то желтый, где-то белый. Мне кажется, он виноват. Это все мои подушки. Да нет. Еще чуть-чуть. Вик, подержи, чтобы не упасть. Хватает немножко. Так, какую сторону как мы будем? Точно так же, чтобы... Получилось. Так, оно тут входит. Мы влезем. Полчаса назад заказала такси, но вот, видимо, то, что праздничный день, и что-то никто не хочет ко мне ехать. В нашей преисподне отключили свет. Единственное пакостное животное, которое видит в темноте. Котенок швея, ты сейчас сожгешься. Это свеча. Мы на это и надеемся. Швея, ты хочешь сгореть? Ладно. Проваливаем из дома, ибо тут делать нечего. Пятница вечер, самое подходящее время. Как в старинные времена. Вспомним 18 век. Формула двойного зла. Трижды ночь плюс два дна. Два кусочка, станьте целым. Пламя, делай свое дело. И борись, борись. Но все-таки кошку я хочу сжечь, успеть. Она не потухла. Обесточена. А, этот дом тоже. Вот тот удивительный домик. Тут послабее в пятницу вечера, как северно отдыхает в пятницу вечера. Постоянно у них аварии, ни в каком районе нет аварии, здесь, блядь, постоянно аварии. Артуру звоню, говорю, свет есть? Он там в центре. Конечно, тут есть. А что, говорит, у вас опять нет? Слушай. Вот удивительный дом. В пятой его части. Жителям повезло больше. Да, да. Пятая часть со светом. А? Собака идет в кадр, хочет телезвезд. Отключили свет, и теперь мы здесь.
бабайка. Кто-то ко мне подошел, схватил. Девушка, вашей маме взять не нужен? Нет.